названа дата похорон сенатора Джона Маккейна. Похороны сенатора от Республиканской партии США Джона Маккейна состоятся 2 сентября в штате Мэриленд. Похороны американского сенатора-республиканца Джона Маккейна состоятся 2 сентября в городе Аннаполис, штат Мэриленд. Церемония прощания с политиком пройдет 1 сентября, сообщает телеканал NBC со ссылкой на офис сенатора. До похорон гроб с телом Маккейна будет находиться в здании законодательного собрания Аризоны в Финиксе. Напомним, сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. На протяжении года он боролся с раком мозга. Семья Маккейна попросила президента США Дональда Трампа не посещать его похороны. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.